Скандалы, которые в последнее время не обходят стороной Рики Мартина, положительно сказываются на популярности исполнителя. Толпа, собравшаяся на автограф-конференции, посвященной предстоящему туру Мартина, очевидный тому факт. Я здесь с 9 часов вечера. Я спала здесь, чтобы увидеть его. И это произошло. Последние несколько лет Рики был домохозяйкой и образцовым родителем. Так думают многие. Однако певец не сидел сложа руки, а пописывал все новые и новые треки. Впервые работа над альбомом получилась мягкой и легкой. Я не испытывал давления времени. Я спокойно сочинял музыку дома, добавляя новые звуки. Вы все дали мне огромное количество пищи для создания моего альбома, который стал настолько значащим для меня, что я решил отправиться в тур по Мексике. Соблазняя и женщин, и мужчин одновременно, недавно объявивший себя геем, Рики Мартин точно знает цель своих страстных интрижек. Полные залы и без Безумная любовь обоих полов. Концертный тур по Мексике тому хорошее подтверждение. Георгий Иващенко, про новости.